23 октября в Нижнем Новгороде начнет свою работу экспертная комиссия Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Призовой фонд солидный – 5 миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». За два года его проведения эксперты отобрали 160 проектов победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. В этом году от нашей республики в списке победителей вошло Ядринское городское поселение. До конца 2019-го муниципалитет должен отремонтировать исторический центр города. На это выделено 40 миллионов из федерального бюджета и 10 из местного.